Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и сейчас мы с вами откроем очередной новогодний подарок, который мне прислал мой друг и мой зритель Кривопук. Спасибо тебе большое за то, что ты прислал мне этот подарок, и вообще я тебе ставлю лайкосик за идею в отношении твоего игрового никнейма. Перед тем, как откроем подарочек, хочу попросить каждого из вас подписаться на мой канал. На данный момент на канале неполные 27 тысяч подписчиков, и если до 25 числа этого месяца мы соберем с вами 30 тысяч подписчиков, то состоится самый грандиозный розыгрыш, который только был у меня на канале. Разыгрывать будем огромное количество премиумных танков, и именно ты можешь получить. Кроме того, ребят, вы получаете доступ к огромной картотеке видео, в которой уже практически 1200 видеороликов на разный вкус, абсолютно честное мнение по поводу всего, что в игре происходит, обзоры на машины, на ивенты, всегда свежие новости и огромное количество розыгрышей. Подписывайтесь на канал прямо сейчас, и давайте вместе сделаем этот канал огромным и самым лучшим, какой только может быть на платформе YouTube. Спасибо вам большое за благовременно. Ну что, ребят, давайте открываем, смотрим, что прислали. В любом случае, я уже безумно рад и благодарен, потому что это проявление внимания, это самое ценное, что может быть. Офигенский подарок! Просто чумовой. У нас есть три черных ящика третьего уровня. У нас есть обвес, осколки фортиума. Еще один обвесик в виде снеговичка. Есть контейнеры с открытками. И есть, ребят, целых три мистических контейнера второго уровня. Это круто. Это круто. И если сейчас еще и из контейнеров что-то выпадет, это просто будет чума. Понятное дело, что из черных ящиков в любом случае голду получим. Вопрос в том, сколько. Ну и главный вопрос, что нам выпадет из мистиков. Понятное дело, сейчас откроем сначала контейнеры с открытками, посмотрим, что там, какая красота там припасена. 400 голды. Просто чума. Я, честно говоря, думал, что будет так, знаете, просто красотульку кинет и привет. 900 голды суммарно. Я офигею. Я реально в ауте, и еще 300, того 1200 голды уже. Уже прибавка в копилку. Друг ты мой любезный, я безумно тебе благодарен, потому что сейчас голда мне очень сильно надо, для того, чтобы можно было прикупить хороших, прикольных, интересных машин на новогоднем аукционе. Я берегу каждую золотую копеечку и знаю цену каждой золотой копейки, поэтому тебе безумно благодарен. Еще 700 и еще 800, получается еще 1500. Едем дальше. Ну, давай четвертого уровня. Нет, не дала четвертого уровня. Жаль, конечно. 800 еще. Слушайте, ну круто, реально. Реально очень круто. Это огромный вклад в развитие канала, с учетом того, что голда эта вся пойдет на приобретение, ну, тачек, которые хочется поставить в ангар для дальнейших обзоров. 200 голды, раз. Ну, давай мистический сертификат еще, так, чтобы совсем, совсем выйти в 100% фана и веселья. Но будет, нет? Есть! Есть мистический сертификат, ребята! Это просто чума! Реально, круть несусветная. Просто обалденно. Я в шоке, ребят, серьезно. Я реально не ожидал. Ну что, забираем, открываем мистический сертификат. В любом случае, там будет какая-то тачка. Вопрос в том, какой уровень, какая компенсация. Ну и самое главное, ребят, вдруг повезет. Вдруг сейчас выпадет та машина, о которой мечтал и которой в ангаре нет. Смотрим на всякий случай, чтобы было на 100% компенсация голдой за коллекционки, как это разработчики недавно поменяли в сертификате. Ну что, открываем, ребят. Я держу пальцы крестиком. И из мистического сертификата что нам падает? Нам падает из 2Ш. Слушайте, я рад. Я действительно рад. Я действительно доволен. И сейчас объясню почему. Дело в том, что это мой основной аккаунт. Из 2Ш далеко не самая крутая машина на своем уровне. И покупать ее за голду меня всегда жаба давила. Но скажу вам откровенно. Из мистического сертификата получить тачку, которая у меня ранее не была в ангаре. Чисто в коллекцию. Вот чтобы она просто была у меня. И на случай вдруг заснять какой-нибудь обзорчик. То, как говорится, почему бы и нет? Огромное, огромное тебе спасибо, Кривопук, за присланный подарочек. Я заговариваться начал. Извините, ребят, ну действительно, не каждый день такое происходит. Не каждый день машины падают из контейнеров и не каждый день прилетают подарки. Огромное-огромное спасибо за проявленное внимание. Я побежал снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, мира, спокойствия, ну и побольше подарков от ваших друзей. Пока-пока.